Наталья Джумадурдыева, member of Cinematographers Union of Turkmen SSR, Наталья Джумадурдыева worked as a sound engineer to create memorable animations, including The One Lonely Log and Oasis. After her husband, People's Artist of Turkmenistan, Juma Jumadurdiyev passed away, Natalia founded a museum in his former studio. Today, this museum hosts exhibitions of young Turkmen artists, as well as the works of Natalia's late husband and his contemporaries. Хочется, например, о нем рассказать как о педагоге, потому что я его знаю как хорошего очень педагога. Когда бы ни пришел к нему в мастерскую, у него всегда полно народу, полно молодежи, полно студентов, с которыми он возился, там работал. Вот. Одна из его студенток, я знаю, что он ей помог поступить в академию, Ленинградскую академию. Вот, она закончила Сурай Ахмурадова. И выставка ее, кстати, вот я несколько дней тому назад открыла ее выставку. Ну, посмотрите потом работы ее. Очень интересно, я считаю. Вот. И она была одной из его учениц. Потом, я знаю, я очень люблю Мирет Гильдеева. Анна Гильдея Мирет Гильдеева. Великолепный художник марийский. Он тоже был учеником Дурды Байрама. В общем, у него хорошие ученики. Потом Джирен Бабаева. И что мне еще так интересно, вот как к нему не придешь в мастерскую, где бы она ни была, там на старом месте, где она где первые были мастерские, потом еще их перевозили туда-сюда, куда бы ни перевезли, мастерская Дурды Байрамова была средоточием всех. То есть там собирались все, и художники, и врачи, и музыканты. Вот элита вся собиралась там. И вот всегда у него был кофе, всегда у него было что-то какое-то, может быть, еще не только кофе, но я знаю, что кофе, я точно знаю. Вот. И велись разговоры. Каждый мог посмотреть картины его, мог посмотреть альбомы, мог о чем-то вести беседу, не обязательно с ним в этом кружке. То есть там было несколько вот таких вот. То есть это был вот какой-то культурный центр. Я не знаю, когда он работал, потому что там всегда был народ у него. Вот. И, конечно, мне очень нравились его работы. Я помню, что мы однажды, моя приятельница, у нее муж француз, и мы с ней договорились, что Дурды нам покажет работы. Вот мы пришли, он начал показывать, с полок снимать, одно за другой. Там у него вот серия, помнишь, на газете? Фрукты. Мы с ней просто остолбенели. Такие красивые, необыкновенные работы. Вот необыкновенные. Все. Простая газета. На газете фрукты лежат. Но это было что-то. Это вот такие эмоции были. Вот и у нее. И после этого еще раз мы с ней ходили к нему. Он всегда принимал приветливо, всегда показывал. Но я, у него такая особенность одна была. Я ему говорила: Дурдышечка, давай. Я его Дурдышечка звала, хоть он старше меня, но все равно вот он как брат, да. Я ему говорю: давай мы сделаем где-то выставку в отеле, где-то будем делать, устраивать выставки, потому что люди должны видеть твои работы. И работа живет тогда, когда ее ласкает взор. Он сказал: нет, вот я все это вот он копил, вот там вот все это собирал, видимо, вот для твоего музея, который ты сделала, да. Вот, портреты, все так, и всегда это все так аккуратно, все так пунктуально, все подписано, все в раме. Он несколько раз делал выставки здесь у меня, и вот, вот это отличительная черта, что всегда все, все очень аккуратно в работе, и он все это записывал, у него ни одна работа не может куда-то уйти, даже маленький какой-то рисуночек, все, я знаю, что у него несколько тумбочек забиты были вот этими эскизами. Вот, потом он привозил серию таких интересных работ из Мары, вот из колхоза своего. Помнишь, да, он вот он делал, приезжал, привозил. Да, да, ой, какие работы великолепные. Ну, в общем, он, конечно, художник number one. Я его очень люблю. Он сказал: я хочу написать твой портрет. Я сказала: ну хорошо, давай попробуем.
Ну, ты будешь сидеть, он мне сказал. Я говорю, ну, хорошо, ну, я думаю, я посижу там полчасика и побегу, потому что мне некогда долго сидеть. И вот я сижу у него, сижу, он мне говорит, не двигайся, замри. Это было тяжело. Ему позировать тяжело. Он очень жесткий, но зато потом результат интересный. И он делал акварельный мой портрет. Не масляный, пастелью он делал, да, пастелью. Вот. Ну, что делать? Это же нужно было жертвовать чем-то. Вот, ну, он все равно, он в это время, ну, ты знаешь, как он в это время не разговаривал. Вот я думала, что он будет как-то говорить, отвлекаться. Нет, он работал, и его больше ничего не касалось, только работа. А ты сиди, вот сиди и сиди. Дурдей Байрамов created this portrait of Наталья Джумадурдиева in 2002. It is currently preserved at the Байрамов Museum in Toronto. Вот я говорю, что у него всегда мастерская была полна народу. И у него было, знаешь, как он был, он много знал. И художников, я вот говорю, художников, и музыкантов, и врачи у него были друзья. И, конечно, мне очень нравилось, что он все время работал над собой. Он ездил, ну вот это, ты, по-моему, с ним ездила, да, вот по этим, по Европе, по всем этим музеям. То есть он все время стремился больше узнать, больше, хотя он уже был маститый художник, тем не менее. Он всегда знал, что есть чему учиться. Мне это очень нравится, потому что я сама стараюсь этому следовать. Вот это мне очень нравится в нем. Гостеприимство, его добродушие, его веселость. Он никогда не унывает, мне так казалось. Во всяком случае, я его не видела в унынии. Вот. И он светлый человек. Вот это то, что я могу о нем сказать. Мне нравились больше вот эти вот маленькие натюрморты. Вот что-то в них такое было, такое тепло, так вот, ну что-то такое в них было, что меня притягивало. Мне очень нравились эти работы. Пейзажи у него интересные тоже. Вот. Я помню, что он привозил, правда, не работы я не видела, он каталог привозил, то, что он в Канаде у тебя писал. Тоже очень интересный. Цвет совсем другой. Как он это вот поймал, понимаешь? Все совсем другое. Не так, как здесь. Вот я помню, знаешь, какую выставку? По-моему, это была или предпоследняя, или последняя его выставка, где он очень много работ о маме сделал. Целый зал. Целый зал маме посвятил, Гузели посвятил. И вот однажды я пришла, я не люблю смотреть в день открытия выставки. Я, ну, хожу, может быть, только чтобы встретить людей, а смотрю я после того, я прихожу одна и смотрю. И вот однажды я пришла одна, а Гузелька никогда не ходила на открытие. Я пришла одна, она стоит посреди этого зала и смотрит, оттуда Гузель, оттуда со всех сторон Гузель. Я говорю, ну что? Любуешься на себя? Она говорит, да чего бы, он все везде меня понавешал. Вот. Это, мне запомнилась эта выставка. Очень интересная была. И большая была, много работ было. По-моему, он большую часть выставил работ тогда. Музей великолепный. И молодцы все те, кто участвовал в этом, кто это сделал. Это просто здорово, что вот там. Конечно, хотелось бы, чтобы это было здесь. Но здесь, наверное, еще не время. Тому, чтобы делать здесь. И поэтому очень здорово, что там люди могут прийти, посмотреть и знать наше искусство. Это тоже нужно. Вот. И, конечно, мне хочется, хотя у вас и так процветание, ты движешься, и у тебя, я знаю, что там и научная работа идет, и что вы исследовательской работой занимаетесь, и что вы выставками занимаетесь, и что люди приходят, и высокие люди приходят к вам. И мне хочется, конечно, чтобы это все
жила, дышала искусством, и чтобы как можно больше людей могло наслаждаться этим, потому что Дурды Байрамов этого достоин. И он достоин представлять Туркмению. Вот. Это уже как бы малая родина его. Ты понимаешь, вот этот музей? Вот как бы его малая родина там получилась. И спасибо тебе, дорогая, что ты все это делаешь.